Библейский портал экзегет.ру представляет. Достопочтимые друзья, мы продолжаем наши занятия по Евангелию от Луки. И сегодня мы будем читать 13 главу этого Евангелия. Первая тема – это тема «Призыв к покаянию». Также здесь говорится о том, как нам надо реагировать на несчастные случаи. Например, мы по телевидению, по радио слышим, что где-то произошла авария, погибли люди, и как нам надо к этому относиться с точки зрения Священного Писания. Какое это значение имеет для нас? Ведь не просто так, вы могли бы и другие новости послушать, и на другом канале что-то посмотреть, а часто так бывает, что мы видим именно что-то неприятное и узнаем о чем-то неприятном, и Библия учит, как к этому относиться. Итак, читаем Евангелие от Луки, 13 глава, 1 стих. «В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их». Что это было за событие? Блаженный Феофилакт описывает, что некий Иуда, галилеянин, будучи сам сведущ в законе, убедил многих и иных галилеян пристать к своему учению. Учил же он тому, что никого из людей, ни даже самого царя, непозволительно именовать Господом или Господином, ни в буквальном смысле, ни в смысле почтения и благоговения. Отсюда многие из них за то, что не называли кесаря господином, Господом, жестоко были наказываемы. Они учили еще, что не должно быть приносимо никаких жертв, кроме заповеданных Моисеем. Почему они возбраняли жертвоприношение за кесаря и за римский народ. Вероятно, в негодовании на это Пилат приказал заколоть сих галилеян при тех самых жертвоприношениях за римский народ, которые были ими воспрещаемы, поэтому кровь их смешалась с кровью жертв. Казалось бы, произошло кровавое событие, и по вине вот этой секты галилеян, руководитель которых был некто Иуда. И как бы чисто политическое отношение их к власти, и они сами стали виною своей погибели. На самом деле Моисеев закон повелевал приносить жертвы в храме и совершать молитвы в храме не только за еврейский народ, но и за все народы земли, так как Иерусалимский храм в то время был единственный храм на всей планете. И даже на Пасху приносили в жертву 70 быков, потому что древние евреи считали, что существует 70 народов, и вот за каждый из народов приносили жертву Богу. Но эти люди считали иначе, и они погибли. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали?» Вот почему именно они так пострадали. «Нет, говорю вам,
но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Поэтому, когда мы слышим, что где-то там террористический акт и погибли люди, и, может быть, даже есть их вина, то, что они ввязались в политику, или несчастный случай, обрушился дом, и эта информация почему-то дошла до нас, это для нас предупреждение. Те люди, которые погибли, они не хуже нас и не лучше нас. Это предостережение. Если мы не покаемся, с нами произойдет то же самое. В конце концов, вы могли бы весь вечер слушать концерт Кобзона какого-нибудь. А вдруг неожиданно переключили, а там рассказывают, взрыв, погибло столько-то людей. Просто так ничего не происходит. Если такая информация доходит до наших ушей, мы должны делать вывод. Эти люди не были хуже других людей. Почему взрыв в метро именно в определенном вагоне, именно в определенное время, и погибло несколько человек? Они не хуже нас, не лучше нас, они такие же, как и мы. Но это всегда призыв к нам. Если мы не покаемся, с нами может произойти нечто такое же. Поэтому мы ни в коем случае не должны злорадствовать, что где-то катаклизм, там дом обрушился, землетрясение произошло, или какой-то террористический акт, или там какое-то восстание, там, как на Украине, там Майдан, и сколько людей погибло с той, с другой стороны. Если мы не покаемся, если мы не изменимся, с нами может произойти нечто и даже более худшее. Феофилакт пишет: «Башня, упавшая в Силаами, была предуказанием на то, что имело впоследствии случиться со всем этим народом. Примером немногих тогда погибших, она вразумляла многих, что и они потерпят большое зло, ибо башня служила предизображением целого города, то есть всего Иерусалима. А те погибшие, 18 человек, предображением целого народа. Действительно, когда город пал от Тита императора, тогда вместе с ним погиб и весь народ иерусалимский, упорный в неверии. Это должно быть для нас уроком и при всех ежедневных случаях», пишет блаженный Феофилакт. Поэтому любой катаклизм, любая катастрофа, падение самолета или что-то еще, эта информация могла бы не дойти до нас, но она дошла. Ангел, может быть, как-то вот сделал, что эта информация была нами получена. Это повод задуматься. Поэтому Христос в этих обоих случаях говорит: «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». И так получилось. Силаамская башня упала, 18 человек погибло. Через несколько десятилетий каждая башня Иерусалима была разрушена римлянами во время Иудейской войны. И все, кто в городе находились, погибли. А тогда, когда упала Силаамская башня, думали: а какая досадная случайность. На самом деле ничего так просто не происходит, особенно в жизни верующих людей. Сказано, что без воли Отца Небесного ни один волос не упадет с головы.
И далее идет притча о бесплодной смоковнице. Это 13 глава Евангелия от Луки. Открываем, следим по тексту, 6 по 9 стих. «И сказал сию притчу, некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плоды на ней, и не нашел». Смоковница – это один из символов еврейского народа в Ветхозаветной Церкви. А символ церкви христианской – виноградная лоза. И мы видим, как эти образы, символы, они проявляются на страницах Писания. «И сказал сию притчу, некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу, сруби ее, на что она и землю занимает». А ведь под этой смоковницей надо понимать и каждого из нас. Если этот год прошел плохо, мы не покаялись, мы не исправились, Господь дает нам второй год, может быть, мы покаемся, исправимся, а наша жизнь такая же. Господь дает третий год жизни, а человек не исправляется. И тогда Господь говорит ангелу смерти, сруби ее. На что она землю занимает, это душа, пусть идет в свое место. Но когда виноградарь услышал, скажем так, ангел-хранитель, но он сказал ему в ответ, господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, то есть удобрю. Ученые обращают внимание на то, что не было принято навозом удобрять смоковницы. Их поливали водою, а ничего такого неизвестно. Дело в том, что быт еврейского народа тех времен известен досконально. Есть такие огромные книги, называются «Талмуд». И вот там написано, как сеять пшеницу, как сеять полбу, как виноград собирать, как одежду шить, как строить дом, как что можно унавоживать, что нельзя унавоживать. Это такие законы, как бы вот у нас домострой у православных людей, а у них вот был сборник текстов, тогда это называлось Мишна, и там помещались законы на бытовые темы. И вот по поводу смоковницы, там нигде не говорится, что ее надо унавозить, потому что смоковниц там полно. И эта притча показывает, что этот заботливый виноградарь, он хочет даже за этот маленький куст смоковницы побороться. Это, конечно, и образ ангела-хранителя, но прежде всего это образ Христа, потому что о Христе сказано «един ходатай и един посредник между Богом и человеками – человек Христос Иисус». Он действительно ходатайствует пред Отцом Небесным. Как и Матерь Божия, Иоанн Креститель, они уже ходатайствуют перед Христом. Так что у нас много ходатаев, которые просят, чтобы еще отсрочку дать. Пусть еще годик поживет, может быть, исправится этот человек –
может быть, какую-то помощь ему оказать, предупреждения какие-то. Господь может попустить тяжелую болезнь, потому что в болезнях многие исправляются и принимают правильные решения. Сама старость по определению, она помогает человеку очиститься от плотских привязанностей, потому что старый человек – это по определению степенный человек, это благословенный возраст для покаяния и для приуготовления души, как она будет уходить в вечность. Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее, и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Вот такая была просьба. И Христос просит Отца за каждого из нас, как ходатай, хотя бы год. А если не исправимся, ну, тогда будет послан ангел смерти, а он приходит с серпом, как описано в мытарствах Феодоры, и отделяет сначала душу от ног, потом от тела и последнее от головы. И даже современная медицина говорит: – настоящая смерть – это когда смерть мозга, вот тогда смерть. То есть не сразу душа выходит, сначала человек не может ходить, падает, потом чувствует, как холодеют руки, ноги, выше, выше, и все, и он видит со стороны свое тело. Над ним там врачи или друзья хлопочут. Следующая тема касается вопроса, что добро в праздничные дни, в праздничные церковные дни мы должны делать добрые дела. Религия не для религии. Религия для нашего исправления, а не для того там, что свечку поставил ради свечки, чтобы самому измениться. И религиозный праздник не может быть поводом для ссоры, сплетни, скандала. Вот Великий пост начнется, и многие начнут на кухне ругаться друг с другом. Но обязательно в семье кто-то постится, кто-то не постится. Как в одной семье я остановился в гостях, там прям с утра бабушка заходит и начинает нюхать. Ага, дохлыми мышами пахнет. А там ее внуки там бифштекс какой-то готовят. Она говорит: это бесы вам мышей дохлых подложили, крыс. А там дети садятся покушать. То есть время поста – это не время для ссор. Поэтому апостол Павел пишет: тот, кто постится, не осуждай того, кто не постится. И тот, кто не постится, не осуждай того, кто постится. Кто постится, для Господа постится. Кто не постится, для Господа не постится. Всякое бывает. Может, по болезни, может, что-то еще. Но здесь вопрос о праздничных днях. И мы читаем 10-11 стих. «В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться». Субботний день считался днем покоя, праздничным религиозным днем,
И в этот день все евреи вспоминали, что шесть дней Бог творил мир, а седьмой день почил от всех дел своих. Ну, казалось бы, ничего плохого в этом нету, вспоминать о сотворении мира. Но они так строго отмечали субботу, что отказывались от любых действий. Нельзя было там стакан воды подать. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Суббота, по-еврейски шаббат, покой. А у этой женщины не было никакого покоя 18 лет. Она была скрючена. У нее не было ни одного шаббата. Суббота – это шаббат, покой. Она 18 лет скрюченная, в судорогах. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. В древних медицинских текстах термин «освобождать» описывает излечение, искривление позвоночника и сопутствующих болезней. То есть у ней позвонки были как-то смещены из греческого текста. Вот это буквально видно. Но тот же термин «скрюченность» указывает по книгам на одержимость от злых бесов. То ли у ней такой остеохондроз был, она вся скрючена, то ли ее бесы так скрутили, а может быть и то, и другое. Скорее, то, и другое. И 18 лет в таком состоянии. И мы читаем 12 стих. Смотрите в текст, это очень важно. Это усиливает восприятие. Иисус, увидев ее, он не просто ее увидел вот в эту субботу, он увидел все 18 лет ее страданий, как Иисус видит, как ты мучаешься со своими неверующими сродниками, соседями. Иисус Бог, он видит наш вчерашний день, проницает наше сегодняшнее состояние, он видит наш завтрашний день. Он всеведущ, всезнающий. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего. Вот сегодня, за 18 лет, твой первый шаббат, покой, настоящая суббота. Ты успокоишься от этих бесов, ты успокоишься от этих недугов в позвоночнике, от этих болей в ногах, и сможешь молиться». Ведь события где происходили? В синагоге. Значит, женщина приковыляла туда. Значит, она каждую субботу туда приходила, несмотря на физический недуг, на те тяжести, которые она испытывала. И это и была первая суббота для этой женщины за 18 лет. А иудеи, которые смотрели, им это показалось нарушением субботы. Если бы она так же скрюченная там лежала бы, это как бы порядок, все нормально. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. А зачем она раньше приходила в синагогу? Стала славить Бога, мы прочитали. Она благодарила Бога за то, что имела. А тут она благодарит Бога за чудо исцеления. Если мы умеем благодарить Бога за наши болезни, за наши скорби, за наши переживания,
за наши недуги, то однажды наступит день, мы прославим Бога за чудо исцеления. А если в болезни мы ропщим на Бога, раздражаемся на ближних, едва ли мы прославим Бога за чудо исцеления. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать, в те приходите исцеляться, а не в день субботний». Как же так? Логика этого религиозного человека, она была противоположна смыслу этого праздника. Суббота, покой, отдых. А какой же отдых? Она вся скрюченная, бесы ее терзают, тело у нее постоянно в каком-то движении, все болит, она не может найти успокоения ни сидя, ни лежа. Вот настоящая суббота. Успокоение во Христе и со Христом. Только Он источник освобождения от любой неприятности. Он и говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Не праздничный день. Он сам может явить чудо нашего исцеления. Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову», она же тоже из еврейского народа, это больная, бесноватая, «сию же дочь Авраамову, которую связал сатана, вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» Вот именно в этот день надо было ее освободить. Если это день покоя, то какой же покой для этой женщины? Вот он покой. Христос есть покой наш. Только в Нем и с Ним мы чувствуем радость, бытия, полноту жизни. Вспомните, когда мы в состоянии греха бываем, к сожалению, как метется душа, как скачет давление, как не находишь себе места, идешь на исповедь, а сердце колотится. Страшная мысль в голове: а если я не успею поисповедоваться? Умру. Куда я попаду? Поисповедовался. Служба идет. А смогу ли я причаститься? Износят святые дары. Ты причащаешься, приступая со страхом Божьим и верою. Христос в тебе. Это и есть настоящий покой. Он наш покой. Поэтому любой праздник религиозный – это вопрос, обращенный к нашей совести. Он не является чем-то отвлеченным для нас. Праздник Рождества Христова спрашивает: а ты родился для жизни во Христе и со Христом? Праздник Крещения Господня спрашивает: а ты помнишь обеты крещения? Как за тебя твои крестные родители отрекались от дьявола, от ангелов его, от злых дел его, от служения его. Праздник преображения вопрошает нас: а мы-то преобразились или год от года в том же состоянии, пока ангел смерти не отсечет душу от тела? И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, потому что он совершил освобождение в субботу, дал покой в субботу, что и должно было произойти
в субботу. И когда говорил он это, все противящиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его». И вот интересный комментарий папы римского Григория Двоеслова, Григория Великого. «Во время поста мы совершаем литургию прежде освященных даров». Помните, да? Вот ее составил как раз папа Григорий. Он пишет, что означает смоковническое дерево, если не природу человеческую? Что образно означает скорченная женщина, если не ту же природу? Эта женщина и насаждена хорошо, как смоковница, и сотворена хорошо, как женщина, но по собственной вине, добровольно падшая, она не имеет ни плода дел, ни состояния прямоты. Потому что по воле, падая во грех, так, как не хотела принести плода послушания, она лишилась состояния прямоты. Созданная по подобию Божию, она, не устояв в своем достоинстве, презрела и сохранением того, чем была насаждена или сотворена. Господин виноградника приходит три раза, потому что искал природу рода человеческого прежде закона, под законом и под благодатью, ожидая, увещевая и посещая. Какое интересное истолкование дает нам папа Григорий. Он говорит, а почему три года надо ждать? Первый год – это от Адама и до дарования закона, когда люди жили без закона. Но с ними Господь беседовал, ангелов посылал, чтобы как-то исправить людей. Потом дается Моисеев закон. Это как бы духовно второй год. Может быть, исправится род человеческий. И это время до пришествия Христа. Как в Евангелии от Иоанна сказано, закон дан через Моисея, а благодать и истина через Иисуса Христа. А время от Иисуса Христа и до дней Антихриста, кончины века, это время благодати, это время, в котором мы живем. То есть Бог сохраняет людей, и без закона сохранял людей, и под законом оберегал людей, и мы наслаждаемся благодатью. Кстати, мы живем в самое лучшее время. У нас есть таинство покаяния, таинство причастия, таинство соборования, таинство венчания. Древние не имели ничего этого. Их обряды, действия являлись только символическими и не давали им реальную благодать. Они выживали только Божьим милосердием. Но когда конец света, все. Пошлет Бог ангелов смерти, и все люди покинут свои тела. Все башни рухнут, все самолеты упадут на землю. Пламя охватит всю планету. Ядерный Армагеддон, гибель всей земли. А кто-то думает... А может быть, это лет через 500 произойдет или через 1000. Может быть, конец света будет и не в наше время. Я таким говорю. Вот умрешь, вот и конец света. Поэтому в любом случае надо бодрствовать. Господь промышляет не только о спасении всего рода человеческого, не только о спасении еврейского народа, и русского народа, и грузинского православного народа, и болгарского народа, и других. И
Господь промышляет о спасении каждого из нас. И Он даже промышляет о спасении твоего соседа, на которого ты уже махнул рукой, не хочешь его видеть, слышать и разговаривать с ним. Потому что если человек жив, значит, есть какое-то намерение Божие относительно этого человека. Значит, Бог ждет, может быть, он исправится. Ты уже перестал ждать, что он исправится. А человек жив, значит, какое-то намерение Божие относительно этого человека, оно существует. Далее идет притча о горчичном зерне или, как я назвал эту притчу, как относиться к мелочам в духовной жизни. И мы читаем 18-19 стих. Он же сказал: «Чему подобно Царствие Божие? И чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его». В Библии сказано, что горчичное зерно, когда его сажают, оно самое маленькое зерно. Самое маленькое. Его вот двумя пальцами тяжело удержать. Но по Библии аллегорически вырастает в целое дерево, и птицы небесные будут укрываться в этом дереве. Чему нас учит эта притча? В религиозной жизни мелочей нет. Все имеет свой смысл. Читал ли ты утреннее правило или нет? А я в храм спешил. А что же ты пораньше не встал, чтобы прочитать утреннее правило? А я потом в храме со всеми молился. Нет. Если есть утренняя молитва, читай ее утром. А почему ты не читал вечерние молитвы? А я очень устал. А я на всеношный был. Церковь разрешает тебе читать вечерние молитвы сразу после ужина. Не обязательно доводить прям до того момента, когда уже падаешь на кровать. А утренние молитвы церковь разрешает читать до 12 дня аж. Что ж ты не можешь найти время? Вечерние молитвы минут 20? Утренние минут 15, нету в духовной жизни мелочей. И Царствие Божие, как древо огромное, в ветвях которого, как птицы, ангелы, все начинается с простых, но очень важных религиозных вопросов. Как мы крестимся? Креститься надо правильно. Сначала перекреститься, и только потом, когда правая рука пошла от левого плеча, поклон. А если кто-то крестится и уже кланяется, крест ломается. Мелочь. Для кого-то мелочь, а для кого-то это имеет большое значение. И наши деды и прадеды на костры шли ради так называемых мелочей. В советское время шли в лагеря за право крестик носить на груди. Поэтому в духовном смысле мелочей нету. И притча о горчичном зерне, она и научает нас, как правильно относиться к внешне незначительным вещам. Но если они предписаны нашей религией, обрядовые какие-то действия и так далее, значит, все это надо делать. Надо было Иисусу Христу креститься у Иоанна Крестителя? Не надо. Крещение же было во оставление грехов.
А какие же грехи у Иисуса Христа? Он безгрешный. И Иоанн удерживал его и говорил: «Мне надо у тебя креститься, а ты пришел ко мне креститься». А Христос ему говорит: «Оставь теперь, надлежит нам исполнить всякую правду». Почему он так сказал? Чтобы нас научить исполнять всякую обрядовую правду и всему придавать соответствующее значение. Далее идет притча о закваске, или есть ли мелочи в вопросах веры. Об обрядовых тонкостях мы поговорили. Теперь притча о закваске, или есть ли мелочи в вопросах веры. Еще сказал: «Чему подоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вкисло все». А что это за пример? Какая-то женщина три меры муки положила, пока не вскиснет все. Блаженный Феофилакт поясняет: божественное учение подобно еще закваске, которую, взяв женщина, то есть человеческая природа, положила в три меры муки, то есть в тело. Человек состоит из чего? В тело, душу и дух. Так что все осветилось, как говорит блаженный Павел, и стало одним тестом, одним цельным, через общение с Духом Святым. Под женщиной можешь разуметь душу, под тремя мерами три ее силы – разум, сердце и волю. Кто в эти силы сокроет Слово Божие, тот сделает оное совершенно духовными, так что ни разум не будет сомневаться в учении, ни сердце и воля не будут стремиться к неразумному, но вскиснут и уподобятся Слову Божию. Это конец цитаты. А есть другое объяснение. Некоторые отцы западные говорили: три меры муки – это учение о Святой Троице, о Боге Отце, Сыне и Духе Святом. И когда учение о Троице проникает в наше сердце, а в таинстве крещения мы, крещенные во имя Святой Троицы, исповедуем эту веру, трисиятельный догмат делает нас сдобным хлебом, пригодным для трапезы мессианского пира. Видите, казалось бы, простые примеры, но какие возвышенные истины. Притча о горчичном зерне, притча о закваске. И далее говорится о том, как Христос идет в Иерусалим, что этому предшествует, что это сопровождает, и притча об Иерусалиме. И мы читаем с 22 стиха: «И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму». То есть он проходил города, селения, уча и направляя путь к Иерусалиму, уча людей и направляя их путь к Иерусалиму. А чем сейчас мы занимаемся здесь? Мы здесь изучаем учение для того, чтобы направлять наши души куда? К небесному Иерусалиму.
Апостол Павел в послании к евреям так и пишет. Авраам, Исаак, Иаков, они на земле были странники, пришельцы. Они здесь отечества не имели и не получили. Их отечество на небесах, небесный Иерусалим. Легко отправиться в исторический Иерусалим. Купил путевку в православном обществе Радонежа, сел на самолет «Эль-Аль» израильской компании, полетел, слетал, отдохнул, вернулся. Ну, климат, как в Турции, цены дороговатые, как в Европе, и можно побыть в святом месте и никак духовно не измениться. Наше главное направление – небесный Иерусалим. Ведь в Библии говорится о том, что будет новое небо, новая земля и новый Иерусалим, город от Бога, сходящий с неба. И верующие будут обитать в нем. Поэтому вот эти слова Христа: «И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму», они указывают на то, что учение Христа направляет нас в небесное царство. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». И не возмогут. О чем это? Человек спрашивает: «Неужели мало людей спасается?» Господь говорит: «Подвязайтесь войти». То есть употребляйте со своей стороны все возможные усилия. А спасение, оно зависит от Бога, который судит не наши результаты, поступки, а наши намерения, куда движется наше сердце. «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти». А когда это многие будут искать войти? Когда? Сейчас и не соберешь полный храм для беседы. Когда это многие будут искать вход? Помните, Ной строил ковчег с сыновьями, Симом, Хамом и Афетом, с женами. Звери вошли, люди не пошли. Но когда начался потоп, и двери ковчега были закрыты, люди бросились к ковчегу, искали вход и не могли войти. И в последнее время многие захотят прийти, они прибегут в храм, верующих в храме уже нету. Встреча верующих с Господом будет на воздушьях. Мы оторвемся от земли, будем подниматься вверх, а там Господь с ангелами спускается сюда. Как сказано, двое лежат на одной кровати, муж и жена. Один берется на небеса, другой остается. Двое пашут в поле, один берется, другой остается. Многие захотят найти. А где же Библия? А где же послушать Слово Божие? А где же наш батюшка? А он уже полетел. Надо же, такой толстый, а так летает. Здорово как. А где же наши архиереи? Тоже все улетели. А бабка моя тоже улетела. И останутся эти несчастные одни, потому что они не использовали земную жизнь по настоящему назначению, чтобы успеть примириться с Богом. А так как годы прошли, Господь говорит ангелу смерти: «Срубай». И однажды он скажет: «Весь мир пришел к концу. Жатва начинается. Звук трубы архангела Гавриила
и пошлет жнецов ангелов жнать и отделять пшеницу от плевел. И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь в Иерусалим, к Иерусалиму. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». Это в последние времена. Об этих временах и пророк Амос говорит: будут ходить от моря до моря, искать Слово Господне, и не найдут. И далее: когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери, как стучали в ковчег Ноев, и говорить: «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ: «Не знаю вас, откуда вы». Вот что будет. Все бросятся стучать в двери. А сейчас что происходит? В книге Откровения сказано, Христос говорит: «Все стою у двери и стучу». А сейчас Господь стучится в дверь нашего сердца. Те, которые услышат, отворят сердца, спасутся. А когда конец света, люди будут стучать, искать, бегать, и ничего не смогут найти. «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ: «Не знаю вас, откуда вы?» Блаженный Феофилакт так и пишет: «Хозяин дома есть Господь. Он всех людей созывает к насыщению и наслаждению неистощимыми благами. Те, кои рачительны, стараются войти прежде часа самого обеда, а для ленивых и приходящих после часа обеда двери затворяются. Час же обеда – что иное, как не жизнь настоящая. Она есть поистине время, самое отличное для приготовления к духовному насыщению». Вы слышите, братья и сестры, вот эта жизнь земная – самое отличное время для исправления. Грехи – на исповедь. Не хватает духовного знания – на духовную беседу. Забытые грехи – соборуйся. Склонность ко грехам – причащайся, попаляться, тернии прегрешения. Все условия. Христос стучит в твое сердце. Самое благоприятное время. «Когда же хозяин дома встанет, то есть превознесется над всеми на суде, продолжает Феофилакт, и затворит двери, то есть пути добродетели, по которому нельзя идти по отходе из здешней жизни. Ибо путем добродетели мы можем ходить только в здешней жизни, то хотя жившие здесь нерадиво станут стучаться в двери, ибо тогда только с бесполезным покаянием поищут они пути добродетели, призывая оною голыми словами, без дел, как бы какими ударами и стуком, но хозяин дома, по праву, заперев двери, примет вид, что и не знает, откуда они. Справедливо так поступит он, потому что они от дьявола, а Господь знает своих». Почему такие суровые слова? Разве когда человек рождается, по нему можно определить, от дьявола или от Бога? Нет, мы не можем определить.
Но как человек живет самой своей жизнью, он делает свой выбор, что для него имеет первейшее значение, а что для него является чем-то противоположным, противопоказанным ему самому. И далее мы читаем: «Тогда станете говорить: мы ели и пили перед тобою, и на улицах наших учил ты. Но он скажет: говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидят Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон, и придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царстве Божьем. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними». Святитель Иоанн Златоуст объясняет, что самая страшная мука – это не адский огонь. Самая страшная мука – это расторжение творения с Творцом, который есть источник нашего существования. Поэтому самое страшное мучение – это когда люди увидят лик Спасителя, который отворачивается от них, и услышат его слова: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». И напротив, нету большего блага, как то, которое испытают те, которые увидят лик Христа Спасителя и услышат слова: «Войдите, благословенные, в покой мой, унаследованный вам от сотворения мира». Я однажды беседовал с одним психологом, и мы с ним говорили о сновидениях. Я спрашивал, как вот наука объясняет, почему человек во сне что-то видит. И он сказал: ну вот если в течение дня какие-то фантазии, образы, какие-то переживания, то потом, когда ты ложишься спать, вот это все всплывает. Фраза какая-то, какое-то воспоминание, какой-то образ. А этот психолог, он верующий. И я его тогда спросил: брат, а как ты думаешь, мы же с тобой верующие люди, мы читаем о Христе, мы молимся Христу, а почему во сне мы не видим никогда, чтобы вот Христос явился, Божья Матерь, святые? И он так задумался, он такой духовный человек, и он говорит: Господь нас от этого оберегает. Если во сне мы увидим его лик или его матери, сердце может не выдержать от радости. И один священник мне рассказывал, когда он был мальчиком, ему приснился сон. Он жил на берегу реки в маленьком городе, там был кинотеатр большой. И вот он катается на велосипеде рядом с этим кинотеатром, и открываются двери из кинозала, выходят толпы-толпы людей, и идет смерть с косою, косит этих людей. Мальчик объехал вокруг этой смерти, ну еще рано умирать, молодой, лет 9-10, и поехал быстрее к своему дому на берегу реки, а там кто-то сидит. И он оставил велосипед
и стал двигаться к тому, кто там сидит. И он приближается к нему, и он слышит, как бьется его сердце. И он понимает, что это Христос. И вдруг тот, кто сидит, начинает оборачиваться, и ребенок просыпается от стука собственного сердца, весь в слезах радости. Еще бы мгновение, и детское сердце не выдержало бы. Психологи не могут этого объяснить. Если человек думает о блуде, ему и снится этот блуд. Если человек там что-то боится, там страхи всякие, кошмары. А мы, религиозные люди, молимся, читаем молитвы, но Господь щадит наше сознание. А вот когда мы воскреснем, и мы увидим Его лик, который принесет нам неизреченное наслаждение, и услышим слова «Войдите, благословенные, в покой мой». Это будет начало радости, которая уже никогда не прекратится. Она будет только возрастать. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними. Далее Христос говорит, в тот день пришли, точнее, евангелист Лука пишет, в тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему, то есть Христу, «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». Мир все время замышлял против нашего Господа, потому что дьявол не мог спокойно смотреть на то, как спасение Божье распространялось по земле. Казалось бы, Христа предупреждают, причем фарисеи, что есть опасность от Ирода. И сказал им, Христос отвечает, «Пойдите, скажите этой лисице, се изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу». Опять третий день. А блаженный Феофилакт уже нам показал. Первый день – это от Адама до дарования закона. Второй день – это времена Ветхозаветной Церкви, от закона до Христа. Третий день – это день, в котором мы живем, тысячелетие Христово. И в третий день кончу. О святом причастии он так и сказал, «Сие творите в мое вспоминание, пока я не приду». А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день. Конца действиям Христа не будет. Потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. И далее Христос произносит как бы плач об Иерусалиме. Это слова, полные скорби. Иерусалим, Иерусалим. Друзья, кто из вас был в Иерусалиме? Поднимите руки. Помните, как псалмопевец Давид говорил, «Горе мне, если я забуду тебя, Иерусалим». Давайте вспомним этот город, вслушиваясь в эти слова Христа. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст, сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете «Благословен гряды во имя Господне». Действительно, это событие произойдет, когда будет вход Господень в Иерусалим, они будут восклицать «Благословен гряды во имя Господне»,
Но самое главное, когда будет пришествие Сына Божия, и все человечество будет восклицать. Но это уже ничего не поменяет в судьбах тех, которые в этой земной жизни не стали кем-то или чем-то во Христе. Ибо мы кто-то или что-то во Христе, и мы никто и ничто без Христа. Итак, сегодня мы окончили изучение 13 главы Евангелия от Луки.